И всем привет, ребята, с вами снова я, Shadowin. Извините за долгий выход роликов. Сегодня мы поиграем в, можно сказать, кликер под названием Блокирока. Игра интересная, непредсказуемая. И тут, в принципе-то, что скажу. Этот просто вот этот вот старик, который стоит рядом, он хочет заходить в весь мир, но ему нужен идеальный миньон. Вот. И так, задание выполнить перемотку второй раз с помощью или два раза с помощью улитки ТВ. Завершить машинный бокс на высоком уровне сложности и завершить несколько идущих подряд блоков двое, не собрав ни единой монеты. Так, ну, а цели на видео будет накопить 1000 монет и создать нового прислужника. Так. Ага, ну, в принципе, это хорошо. Выбираем улитку ТВ. Ага. Да, начинаем. Первая у нас выставка. А так я еще хочу сказать то, что ненавижу тех, кто не читает описание. Вчера я загрузил новый мем, который мне прислали. Ну, и мне несколько раз прилетела жалоба авторские права. Я его сделал перезалив и написал большими буквами. Читайте описание. Там написано просто черным по белому, в буквальном смысле. То, что на первых строках данное видео принадлежит не мне. И все равно нафиг прилетает жалоба. У меня вопрос, нафиг там слепые или что? Если твой мем взяли и загрузили, и не написали, чей он, это не значит, что его специально хотят своровать. Я, например, не знаю, кому он принадлежит. Мне его прислали. Я его загрузил, но я написал, что данное видео принадлежит не мне. Так. Зал наград у нас. И эта игрушка обновилась. Теперь тут исправили ошибки. Я когда играл, это даже заметил. Теперь я не умирал просто так. Не ходили призраки прислужников, за которых я умирал. И не пропадали монеты. Так, это у нас уже второй уровень. Я отвлекся. Так, прошли. Я просто отвлекся. Блин. Вот так. Ага, все. Нет. Блин. Ты что, издеваешься? А как я тут должен был пройти? Ладно, давайте воскресимся. Потому что мы, во-первых, выполним задание, да и тем более мы получим намного больше, чем потратили. Так. О, вот это повезло. А в принципе, с чем был связан мем, который я загрузил? Это из сериала «Павлик Наркоман». И там, типа, друг дает этому Павлику конфетку и говорит, будешь конфетку? Павлик спрашивает, сладкое? Он говорит, ну а попробуй. Он выплевывает, матерится и говорит, ты где ее взял? Он говорит, да вон, смотри, сколько валяется. Ты что, идиот, мне козью какашку дал? В смысле? Ты что, говно от конфет отличить не можешь? В принципе, в этом заключался мем. Говорится-то он не смешно, а вот на видео как раз-таки смешно.
Так. Опа-на! А вот это нам повезло. Так. Пробный тур. Принцесса Снежка. Принцесса Снежка с некоторой вероятностью может пропустить блок через каждые несколько блоков. 3. Всего пропускаемых блоков за забег 2. Блин, ну это может оказаться даже плохо, потому что этот блок может быть моей золотой жилой, который я скачал. Например, дом с привидениями, там машины, бокс. Вот это вот. Так, выставка. Это у нас первый уровень. А в чем заключается непредсказуемость, еще раз говорю. Тут просто ты не угадаешь строение блока и какая в нем будет сложность. О, вот это вот новенький. Ага, тут еще и шанс, да? Ой. Ну, давайте воскреснемся. В начале этого, я дам совет, лучше делать не стоит. Потому что вы потратите больше, чем заработаете. Лучше нужно будет повкачивать блоки, чтобы и купить их кучу, чтобы вы зарабатывали много золотых монет. И тогда лучше вот только воскрешаться, потому что вы потратите меньше, но заработаете больше. Ага. О, это опять сердечки. Это мое любимое, потому что тут больше всего можно на халяву монет собрать. Да ты издеваешься, это моя золотая жила вообще-то. Вот будешь знать теперь. Так, видите, мы потратили 15, а заработали 65. Так, ага. И в чем еще прикол игрушки заключается? Если вы хотите возродиться за рекламу, то она не сразу вам покажется. Вам пишется то, что реклама покажется только в конце забега. То есть вы не будете видеть рекламу во время забега. То есть вы там остановились, вот этих вот капсулах, которые между блоками. Там не будет показываться реклама. Она будет показываться только в конце забега. Или если вы паузу включите. Давай. Вот так, вот так, вот так. Все. Жужжащий улей. Угу. И ты его, собака, не пропустила, значит, да? Главное, гору с вагонетками, мою золотую жилу. Ты пропустила. А вот жужжащий улей, один из моих самых нелюбимых, ты не пропустила. Хотя бы дом среди них не пропустила. Это моя любимая. Тут, блин, можно кучу монет насобирать. Так и тут еще это самый легкий для меня. Так. А смотри, в чем прикол беговой дорожки. Для тех, кто заметил. Тут это как бы зал наград. Проходишь, и там куча монет. Но при этом увеличивается скорость. То есть, смотрите, вначале мы бежим на скорости черепахи. Потом заяц, потом уже ракета, потом... Спасибо. Там какой-то огненный блок. Я доходил, конечно... Много раз, но это было чаще всего из-за бага. Стоп. А если я сейчас не соберу? Да, стоп, мы еще одно задание выполнили. Нет, это ботанический кавардак третьего. А вот не надо. Мне так, завершить машинный бокс на высоком уровне сложности. Но это уже по ходу будет. О!
259 золотых монет. Это неплохо. Но очков мы получили мало, я так скажу. Потому что у меня рекорд где-то 1007. Так, ну, давайте рандом. Вы серьезно? Давайте лучше Дед Мороз. Давайте вот, лучше выберем Дед Морозец. Он пополезнее будет. Он врагов в золотые монеты превращает. С 10% шансом. Если получится, то покажу. Если ты превратишь... Да? Нет. Не в этом случае. Ладно, может, сейчас покажешь? Может, сейчас? Ну, или сейчас? Или сейчас? Ладно. А тут врагов нету. Мне нужно завершить машинный бокс на высоком уровне сложности. О, там на заднем фоне кто-то проходил выходной для песика. Я не понял, кто это, кто-то розовый. И резко мне этот блок попадается, блин, зашибись. Давай. Скоро зайца. Нет, это один из моих самых нелюбимых. Приключения в аквариуме. Я ненавижу... Вон, видели, коробка была, которую я не подобрал. Хотя нет, некоторые баги Yoda Games оставила. Может, несколько звуков за один раз повторяться. И, как я говорил, монетки теперь хотя бы не исчезают. И я не умираю. Когда... О, сразу две повезло. Я вот, когда у меня был пробный тур тыквера, то у меня почему-то все персонажи стали призрачными. То есть они проходили насквозь все, но если они падали только... умирали. Или их съедал песик. Что за дичь? Я бы это в жизни не смог пройти. Вот блин, ненавижу аквариум. Да, я сразу погиб. Зашибись, а классно. Да, смотрите, вот, у меня рекорд, давай, 3456. Я намного преувеличил. Помнится, у меня... Мне кажется, у меня было вот как раз-таки 7000. И то набил я из-за бага. Так, ну, давайте, пусть будет... У меня этих прислужников обычных больше всего, естественно. О, Улитка ТВ. Давай еще разок. У тебя 4 жизни можно считать. Поэтому ты самая полезная. Если мне, блин, на видео выпадет какой-нибудь эпический прислужник, то я, блин, я мемы начну снимать. Я вот серьезно говорю. Вы можете... Я вот прям... Я это на ютубе оставлю, я не буду вырезать. Я тут ничего не вырезаю. Говорю, если мне в конце видео выпадает эпический прислужник, то я начну мемы делать. Давай. Прости. Да, и смотрите, в чем прикол Улитки ТВ. Она... Блин, она изменяет строение блоков. И там, видите, был блок минус 16. И почему за воскрешение мне дали там 16 золотых? А это не важно, в принципе. Давай. Тут уже немного... Тут будут только... Ладно, немного медных, серебряные и золотые.
И тут отсылки есть на игры и мультфильмы. Например, «Скользкая канализация», там пишут, то, что доктор Рок бросает своих прислужников в канализацию. Надеюсь, что они станут ниндзя. Это отсылка, получается, к «Черепашкам-ниндзя». Блин. А вот... уже... так. Блин, забыл. «Черепашки-ниндзя». И вот, вы видели, там было строение. «Пакмен и призраки». Так. Подождите секунду. Ага, я вернулся. Все отлично. Нужно было сменить комнату. Так. Сколько у нас золотых монет? 925. Повторяю еще разок. Если мне выпадает эпический прислужник в конце, то я, блин, нафиг мемы начну делать. Свои. Еще раз повторяю, не будет никакого монтажа, я прям серьезно говорю. Это реально. Так, полет в гиперпространстве. Тут была бы полезна конютка. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Так. Ага. Так, вот у нас, в принципе, беговая дорожка, давай. Ой. Блин. Давайте. Блин, просто. Вот. О чем я говорил? Yoda Games вот это вот не исправило. Слушайте. У меня тройной звук сейчас был. Да, и почему вот у грибулика считают... вот эти вот взрывные бочки считаются. Так, в принципе, смотрите. А можно не орать? Там нафиг пилят! Вырезать. Ага. Вот так, вот так. Ага. Так. Всё. Ребят, я вернулся, всё нормально. Так. Блин. Так. Да блин. А, стоп. Это уже очередной баг. Так. Это баг уже был. У меня он просто не допрыгнул. Ребят, вы все видели сами. Да. Так. Подождите секунду. Давайте просто вот так вот сделаем. Ну. Давай. Сейчас, по идее, эти поля уберутся у меня. Нет? Чего? Подожди. Вот здесь... нет. Блин, у меня баг. С телефоном уже.
Ладно, придется так играть. Хотя бы видно то, что у меня запись идет. Так. А за грибулика я помер. Ну, а, стоп. Вы это видели. Он у меня просто взял и не допрыгнул. Да блин! Я хотел протереть сумму с экрана. Так, у нас, в принципе, обычное строение блока. А вот еще эта игра, в принципе, она... Это как Flappy Bird. Это можно считать отсылкой, в принципе, да? Оп. Стой. А вот сейчас себя картина по-другому вела. Она остановилась. Иногда она просто не останавливается. Вы это видели? Да и, в принципе, для нас будет интрижкой, сколько монет мы накопим. И сколько очков, очков этих. О! Да мы в этой серии построим и блок, и прислужника создадим. Напоминаю еще раз, блин, если мне выпадает эпический или какой-нибудь крутой, редкий, который мне пригодится, я начну свои мемы делать. Так, мы можем создать. А! Золотой билет. Все. Мемов со мной не будет. Или будут. Если на этом видео наберется, давайте, 3 лайка, и, ну, так скажем, 10 просмотров. Хотя бы. Ну, или 5 просмотров. Мне нормально будет. Улитка ТВ. Что у тебя с глазами, господи? Так, опа. Ботанический кордак. Еще одно из моих самых нелюбимых. Но я, блин, это делаю, потому что... Блоков-то не хватает. Я хочу все блоки, а потом их все получать. Мне показалось, что у меня сейчас монета пропала. Так. О, блин, это строение падающее. И это еще сложнее, потому что я не вижу из-за своих полей, которые у меня вылезли. Я их убрать не могу. Но, блин, если Yoda Games там что-то видит это, то я... Нет, баги, которые большинство не исправили. Смотрите, у меня монетки начали пропадать опять. Не допрыгнул грибулик. О нет, это двигающийся. Именно который по просмотрам. Меня это бесит. Они могут в любую сторону двинуться. Получается, вот монетки пропадают. Не допрыгнул грибулик. Вот так вот уже. Надеюсь, сам по себе-то умирать я не буду. Вот так вот. Все отлично. Давай. Ракета уже. Да блин. Блин. А, стоп, у меня же еще одна жизнь была. Давай. Да чтоб тебя. А, мы уже воскрешались. Ладно, давайте посмотрим блок. Какой мне выпал? Давай. О, водоем с пираньями. Ладно. Добро пожаловать в центр рыбо... рыбо...
рапии доктора Рока. Теперь с пираньями. Ладно, спасибо уже всем за просмотр. Всем пока.